Сегодня у нас 20 июля 2022 год. Вот 2:30. То есть вот провожаем брата Авраама. Путь, дорогу до дому, до хаты. Друг друга снимаем. Поезд идет. Они уже знают нашу станцию, потому что часто провожаем летом. Встречаем. Много я тут получил хорошего, избавился от нехорошего. Сейчас только в Господе укрепляйся и все. Да. Главное не отступать от Бога. Все, Господь сохранит тебя. Тут надо твердость иметь. Чтобы не верить. Получилось, как в книге Царств. С Саулом, да. Этот пример, говорит, сделай, значит, пример сделай. Саула по мне прошелся, потому я знаю, что это такое. Нельзя отступать от Бога. Ну все, готовься. Он остановится. Что-то он быстро летит как-то. Все, брат, бери. Давай с Богом. Давай, брат. Спасибо, Христос тебе. Давай. Сейчас должны вот там. Что-то он не доехал. Стой, стой, они сейчас должны открыть. Все, да благословит его Господь, да спасет и сохранит от всякого зла. Слава Тебе, Боже, слава Тебе.